Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня у меня будет дуэль против одного... Самого топового ютубера, ты это хотел сказать? Одного великого нуба по имени Рик. Рик, поздоровайся. Всем добре, чуваки. Короче, ребятки, попросил меня Рик, чтоб я его по-быстрому вздрючнул, поэтому Рик, без проблем, полетели. К вашему вниманию представляю сервис GG Standoff. Тут ты сможете найти любой кейс на любую сумму, каждому придется по душе. Также крути бесплатный барабан бонусов. Выбираем ячейку номер 2, и я получаю... P350 for Spirit, Аркана. По специальному промокоду, который есть в описании, мы получаем еще один барабан. И мы получили бесплатный кейс Flash. Давайте его откроем. Открываем, и нам выпадает UMP45 Beast. При пополнении вводи промокод KEN25 и получай 25% на твой баланс обратно. Все нужные ссылки в описании. Ты готов? Да-да, ну по ПК. Давай. Ну, ребята, перед началом надо поставить лайк. Если вы не ставите лайки, мы с Риком если плачем. Рик, давай, они лайки не поставили. Ребят, пожалуйста, поставьте лайки. Поставьте лайки, иначе, ну, реально, Рик будет плакать. Так, и самое главное, конечно, подпишитесь на наши каналы. Так, ну что, Рик, ты готов? Правила самые обычные. Играем Б и Тёмка, и я буду много говорить. Б? Я уже на А. Ты на А побежал? Вот, да. Рик, вот негодяй. Подбегай ты же ко мне на А, окей? На А? Ну, погнали на А. Ладно, окей, первый раунд будем на А. Ну, вообще, играем только Б и Тёмка. Да, окей, сори. А, уже и бамбу заплентил, Рик. Ну, кто тебе разрешал? Ну, молодой Рик, человек. Да, ты просто не предупредил, я думал на А. Так! Ты где, шпион? Мама! Мама! Ты на Б? Да. А чё я на А прибежал? Рик, ну блин, ну это хэштег некрасиво. Ладно, пацаны, сейчас мы разберемся с Риком. Сейчас мы разберемся. Сейчас Рик за все ответит. Так. Ё-моё! Сейчас где-то в ребрах сидишь, да? Да. Они. Ё-моё, египетская сила! Я не могу найти. Ты где ее поставил? Здорово. Да ну нахрен, ты где ее поставил? А, вот она! Было сильно поздно. Великолепный раунд. Ребята, Рик при помощи своих хитрых манипуляций убил кента, но ничего. Так сказать, дали небольшую фору. Рик, ну это твой, скорее всего, единственное убийство и единственное очко. Я поддавался, кентуха. Поддавался? Да, конечно, а что тут напрягаться? Давай, опа! Я с пистолетом иду, короче, окей, договорились? А что ты с пистолетом? А я самоуверенный. Ну давай, попробуй! Я псих, а ты че? А, нет, стой! Так, я понял. Рик! А, ты где, маяк? Семь хп! Соберись, ты сможешь, кентуха! Колотить тебе в ухо! Вот это я рифм придумал, да? А ты красавчик. Так, ладно, Рик, полетели. Рик, а, ну расскажи, пожалуйста, как давно ты хочешь попасть в прокачку инвентаря Кента ПК? Блин, с самого детства. Я помню, когда меня акушер поднял, я такой, блин, хочу прокачку. Вот так все было? Нормально, сейчас мы твое желание отобьем. Так, ты еще там где-то прячешься? Рик, ну выходи как мужчина, один на один. Или ты боишься? Не слепануло? Просто меня слепануло. Я все окей, сейчас подойду. Рик, только ниже пояса не бьем. Сразу заваримся! Ты меня в яичко ударил, что это за фигня была? Ну у тебя же второе осталось, поэтому нормально. Спасибо. Нормальная тема, ладно. Так, ну что же, ребята, пока что счет 2-1. Все под контролем. Хэштег под контролем. Полетели. Хэштег недолго. Слушай, у тебя такой офигенный скин на АКР. Блин, слушай, мне он очень нравится. Да, чётенький. А, ты замучишься. А! Да нет! Чтоб тебя, здравствуйте. Пришел судный день. Рик. 2-2. Надо играть в эко. В эко? Да, го на ножах. Ну давай на ножах, а что у тебя за нож? О, ну я тебя познакомлю. О, ну аж бабочка. Не, ну братан, ну так... ты посмотри, Киран бит гол! Мажор, ну агромажор. Давай, иди сюда. Опа! Сталям алейкум! Где ты? Мать моя женщина! Обалдеть, не, Рик, ну это было некрасиво. Удар в печи никто не вечен. А, со спины скажи, да? Крыса, мы... Со спины, вы видели? Все видели? Хэштег со спины. Пока что, к сожалению, побеждает Рик. Эх. Пока что. Эх! Блин, Рик, ну это прям очень потно. Так.
Ну ты говоришь, красавчик. Ай! О, да. Кстати, ты мне второй раз подряд снимаешь 32 хп. Да я вижу, что за читы. Так, ну что ж, полетели, счет 3-3. Но, так... знаешь что, я добрался до самого мощного оружия, беру дробовик. Да ну, блин, если б я знал, я бы тоже взял бы дробовик. Да как, я попал! Рик, а ты из дробовика по мне стрелял? Да. Не, походу не попал. Ну ладно, не, на самом деле это была АВМ-ка. АВМ? А? А, решил обмануть кента. Байты. Хэштег некрасиво. Хэштег нормально. Так, ну что ж, полетели, у нас, короче, все видео будет из хэштегов. Ребят, если вам интересны видеоролики с Риком, то я еще раз его попрошу на коленях сняться со мной видео. Как в этот раз было. А-а-а! Ой, красиво! Ну красотень-то, ёлы-палы. Рик, ну как так? Ну я только моргнул, а ты сразу убил. Так, ну ладно, ладно. Слушай, ну я скажу прям очень потно. 4-4. Я-то думал, что ты нуб какой-то, а ты прям вообще очень хорошо отыгрываешь. Обалдеть. Я закрыл глаза, я не видел, как я тебя. Я понял. Окей. Пока что, ребят, побеждает дружба, но вы сами понимаете. Да ну нахрен. Как ты гранаты кидаешь прям меня? У тебя что, ВХ там? Ну, ВХ конкретно. Конкретно ВХ. Окей, окей. Я меняю свою тактику. Рик, извини, но придется. Да нет, придется. Окей, без проблем. Кстати, ты играешь с шагами или без? Ну, с ушами, слышишь меня? Я даже тебя не слышу сейчас. О, да! Прям в ногу, прям в левую ногу, да! Это мой коронный прием был. Стрелять по левой ноге. Нанесено урона один. Одну хп снес. Блин, Рик, ну не смеши. Ну ладно. Так, ну что ж, полетели. Счет 5-4, вот это правильный счет. Можно уже и дуэли заканчивать. Быстренько вырубай, пока не проиграл. Так, Рик, мы играем дуэль на грин-карту, ты помнишь? Чё? На кого? На грин-карту в Германию. Ну, окей. Я тебе могу прописать к себе. Реально? К себе. Нет, нет. Посмотри, набираем 10 тысяч лайков, я приезжаю к Рику в гости. Я Рик, усыновляю приютишь? Хотел сказать тик-така. Усыновляю. Рик, а сколько тебе лет? Если не секрет, конечно же. 20. У женщин неприлично спрашивать. Отвлек, значит, своим разговором и завалил. 20 лет, да? Ну, в принципе, нормально уже пожил, можно убивать. 25, да? Да. Ну, в принципе, годишься мне в отцы, считай, 4 года родил. Родил! Сынок! Кент, я думал, тебе лет под 40. Да? Мне все это говорят. Это обидно, между прочим. Ничего, доживешь до моего возраста. Да, ой, через стену. Ой, ну как красиво это было, ты так красиво. Подожди. Невыносимо. Слушай, ну это, кажись, ты напрашиваешься на читер-патруль. Кажись, тебе надо включить рубрику читер-патруль, через стенку бил. Не, реально, как у тебя это вышло, я не понимаю. Там были дверики. Нет, там прострелом через дверьку пошло. Ой, да конечно, я тебе мистер А прописал просто прострел через стены. Угу, через стены. Ё-моё. Ага, окей. Блин, слушай, ты какой-то маньяк. Рик. Да-да. Ай, я мог. Как? А как я тебя увидел, слушай? А-а-а, надо смотреть на мини-мапу. Говорят, хорошая штука помогает. Я увидел тебя на мини-мапе, я же говорю, как я тебя увидел. Так, слушай, Рик, ты что, меня пытаешься обойти? О, да, детка, о, да, да! О, нет, детка. Ну, я могу отдать тебе должное. Учитывая, что ты уже дедушка, да, тебе 25 лет, ты играешь реально неплохо. Для твоего возраста ты играешь реально неплохо. Учитывая, что ты уже скоро на пенсии. Сколько вы там ходите в Германию на пенсию? 26? 27? 72. Ну, почти. Так, ну что же. Возможно, сейчас все решится. Возможно, нет. Рик, как ты думаешь? Стой, я нос... Да я нос чесал, зачем ты так? Я ж сказал. Окей, давай так, давай... Финальный раунд для тебя, возможно. Сыграем на ножах. Да. Хочешь на ножах? Давай, окей. Мне 6 давай, хп. Давай. О, 6 хп. Да. Не, так это твой шанс, это твой звездный час. Ну окей, спасибо, спасибо. Ты на кого батан крошишь? Ты куда пошел? Тише, подожди, сейчас бомбар вонет. Рик, ну. Да пиди. Да, да. Это было, Кент. Да. Все понятно. Стрим снайпер, я так понял. Короче, почтенный, хэштег реванш.
и мы делаем с Риком реванш. Стрим-снайпер. Ну что же, Рик, большое тебе спасибо за дуэльку. Мне было очень круто. Конечно же, ссылочки на твой канал я оставлю в описании. Так уж и быть, пропиарю Рика. Ой, спасибки, спасибки большое. Рик, подтверди, что ты не фейк, потому что вдруг будет писать, что ты фейк. Короче, ребятки, спасибо большое за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Ну а с вами был ваш Кент АПК и... И мой Кент АПК. Всем удачи и всем пока. Всем пока-пока. Блин, это было весело.